Всем добрый день! Сегодня представляю еще один обзор. Коптильня объемом 250 литров, загрузка разовая до 40 кг. Производительность за смену горячего копчения до 160 кг. Коптильня, комплектация премиум, 5 в одном по функционалу. Краткое описание оснащения и оборудования коптильни. Установлен терморегулятор для установки необходимой температуры для холодного копчения либо горячего. В данной модели установлена подсветка для визуального контроля за процессом копчения в темное время суток. Двускатная крыша, утепленный корпус для копчения в минусовые температуры, дымогенератор с охладителем, бункер дымогенератора рассчитан до 12 часов работы, охладитель дыма, компрессор позволяет регулировать подачу дыма в камеру. В данной модели парогенератор установлен с той же стороны, где и дымогенератор, позволяет доваривать продукты горячего копчения, помогает приготовить колбасы. Принцип работы как чайник: нагревается вода при помощи тена и пар поступает в камеру. Установлена защита от выкипания. По желанию клиента установлен дополнительный воздушный вентилятор для ускорения процесса сушки, вяления продукта. Внутри камера обшита нержавеющей сталью для удобства ухода. Конвекция с теном с защитой. Два ряда вешал с крючками. Размещен поддон для сбора жира из нержавеющей стали на всю площадь камеры. По желанию клиента устанавливается окошко из закаленного стекла для визуального наблюдения за процессом копчения. Как дополнительная опция устанавливается термощуп для контроля температуры внутри продукта. Сам щуп помещается в продукт, в камере. Контроль через дисплей. Подключается коптильня через 220. Управление через автомат, конвекция, тен, вентилятор. Данное коптильное оборудование подходит для большой семьи или уже для начала бизнеса в коммерческих целях. В данной коптильне можно готовить рыбу, мясо, холодного копчения, горячего копчения, овощи сушить, сыры, колбасы. Простое, надежное решение. О наличии, о комплектациях возможных уточняйте у наших менеджеров по телефону.